Бельфер-Китайка. Знаете, что это? Это Бельфер-Китайка позиционный сорт. Это редчайший случай. Редчайший не бывает. Знаете, что это такое? Это сетка. Это сетка, которой я огородил детскую площадку. Вот. Рядом упали яблочки, называется Бельфер. И вот эти яблочки вот, послужили для Татьяны Александровны. Она придумала вот эту вот, как называется, каталог. И если вот тут написано высокая морозостойка, значит, это правда. Вот. Это и есть Бельфер-Китайка. А два саженца мне подарил Чернобаев. И скрывать не хочу, наоборот, горжусь. Я ему несколько десятков сортов разных. И у него сад стал чуть ли не по качеству плодов чуть ли не лучше в Сибири. И он мне кое-что. Вот, пожалуйста. Вот так и живем. Но зато все честно. Вот. Ну, это все мы выбрасываем, потому что никому не надо. Вот, то есть не так. Все это пошло на семена. Оказалось, что мы сгноили все это зря. Тонны сгноили, семена не нужны. Вот. Теперь, вот это вот очень важное объявление. У меня как-то недоговоренность, что все-таки, когда я говорил, ну-ка, может, еще что-то будет. Еще может что-то будет. Сейчас. Нет, это уже... Это немножко другая тема. Вот эта недоговоренность осталась. Почему? Я когда показал вам еще раз, значит, невозможно переделать всю Россию. Вот, невозможно доказать на данном этапе. И никто не станет доказывать, что волчки – это ценнейшая вещь. Их надо ставить обязательно. А к ним нельзя прикасаться. Ведь не может дерево родить ненужную ветку. Не может! Как дерево может родить ненужную ветку? Они говорят, этот Железов, не генетик. Оказывается, при чем тут генетика? Штамп есть у сеянца. Это закон, но не метр, чтобы все это калечить. Вот. Метр бывает редко. Штамба нет у привитого дерева. По генетике ей не положено иметь штамп. Сразу вот вместо прививки, если я учу у земли, вот отсюда уже могут пойти ветки и на здоровье. Вот. И вот так вот эти разногласия превратились в такие мировоззренческие. Как это все перестроить, пока не знаю. Вы все это знаете. Я просто постарался про эту самую, про стволовые клетки объяснить. Да, в том-то и дело, что деревья умудряются себя восстанавливать с помощью стволовых клеток. Стволовые, вот эти вот, ну, я их назвал клеточные, может быть, это неправильное название. Может, стволовые неправильное название. Потому что я не знаю, какой процент, и все ли клетки. У нас же как, мы все мечтаем этого возродить этого мамонта, взять обыкновенные клетки. Ведь есть яйцеклетка, там понятно. Яйцеклетка, и ну, это самое, это основа основ, там полный набор хромосом. А простая клетка? В ней, возможно, и нет целого скелета, нет целого организма, так? Стволовой клетки. Но есть целый орган. Почему до сих пор не изобрели, не довели до ума искусственное сердце, сколько бы людей спасли? Может, невыгодно? Ну все, надо эту тему прекращать. И закончилось время мое. Жалко, что закончилось. Вот. И довольно быстрое время пролетело. Я знаю, что я рассказываю не для всех. Вот. Почему они не знают, что это свойство груш? Вот оно чудо. Вот оно. Здесь вот рождается новая жизнь. Нет, ведь придумали случайно молекулы. Раз,
Ну, вы можете представить, что случайно вот это все молекулы слепились вот так вот. И даже самая первая клетка, самая первая, которая якобы образовалась случайно в грязной луже, в супе в этом грязном, она должна была быть такой, не менее сложной. А как она могла умудриться сразу поделиться? Ну, пожила, сдохла. А чтобы выжить, она должна была поделиться пополам. Только так можно выжить. И чтобы каждая из них самостоятельная была. Вы человека можете пополам распилить? Наплодили всякого дерьма вот этого самого. Детям голову заморочили. Наше время истекло, но я обещал вот это объявление, я сейчас зачитаю. Мы должны помогать друг другу. Итак, здравствуйте. Если у вас есть знакомые, которые ищут работу, перешлите им это сообщение. На ферму и базу отдыха требуются разнорабочие. Это не мне, это я, просьба ко мне. Рабочая или семейная пара. Если вы любите животных и землю, это работа для вас. На ферме 40 голов коз, расположенной рядом с базой отдыха. Обязанности кормить кот, доить скот, резать скот, ухаживать за садом, ухаживать за молодым скотом, обрабатывать молоко, мелкий ремонт помещений для скота, уборка гостиничных номеров, прилегающих территорий, мелкий ремонт, приготовление блюд казане на заказ. Зимой топить, чистить печку, чистить снег во дворе, весной огородные садовые работы. За работу 7 дней в неделю, зарплата 50 тысяч в месяц плюс премии. Жилье предоставляем бесплатно, мигранты помогаем оформить гражданство. Место проживания. Так, тут мне не понять. Зато дальше проезд на электричке от железной станции Новосибирск главный, электрический вокзал до станции Новородниковой. Если на машине, наберите в навигаторе СНТ Аист. Телефон для связи. Вот это я обещал, это я выполнил. Так, и, наверное, на этом все. Предложение перевести проведение семинара на воскресенье. Ну, если будут отзывы, посмотрим. Вот. Жалко мне, чтобы вы воскресенье тратили на мои нудные лекции. Но ничего пока утверждать не буду. Так, друзья, мы сейчас закончили. Наши 2 часа истекли. И мы где-то 3 час только. Задание студентам. Представляете? Ну, кто и когда учил-то по-настоящему? Ну, кто когда? Кто когда научит, когда тебе рядятся и говорят, что вот эти ветки лишние, вот эти вот, что их надо уничтожить? Вот кто-то уничтожил. Вот. Ладно, в следующий раз про это. Нету сил, научили. А у меня уже сил нет для ерундой заниматься. Спасать деревья от главных защитников, от муравьев. Ну, это вообще, вот она. Как она не понимает, сколько это подлости? 50 тысяч просмотров. Сколько людей научит муравьи убивать? Вот они, муравейники железного. 25 лет прошло. Внимание! 25 лет прошло. Это. Показать вам это дерево еще раз. 25 лет назад. Видели? Ну что? Надо было купить агрохимикаты, все это уничтожить. Все, друзья, все. И где-то особо ценные вопросы вроде. А дальше мы с вами будет обычное. Доживем до следующего вебинара. Там пойдет обычная лекция уже.